Срочная новость появилась сегодня рано утром на одном из самых крупных российских телеграм-каналов. Друзья, вам об этом никто не расскажет. На данный момент об этой новости еще пока никто не говорит, даже в российском шоу-бизнесе об этом не знают. Действительно ли эта новость соответствует настоящей, либо это очередной фейк, друзья, мы еще будем разбираться. О результатах проверки мы расскажем уже завтра утром на нашем YouTube-канале. Нам сообщают о том, что сегодня ночью в одной из городских больниц в срочном порядке была прооперирована российская певица Кристина Орбакайте. В результате операции ей стало плохо, и она впала в кому, и сейчас до сих пор в ней находится. Люди, и мы следим за развитием событий и надеемся только на хорошие новости. Подтверждение этой информации будет уже завтра утром на нашем канале, друзья. Будьте всегда с нами и до скорой встречи вам на нашем канале.